Привет всем, это Вячеслав, канал Кибай. В данном видео мы расскажем, где Peugeot 508 находится под R2 разъем. Все думают, что он находится вот здесь, вот, а по-настоящему он находится вот здесь. Машина 2012 года выпуска. Вот около прикуривателя мы берем ручкой, жмем на эту кнопочку, и вот ОБД-2 здесь находится.